Познаем мир вместе. Минмендер. Топ-3. Третье место. Пирамиды. Мы сегодня представляем, что это такое, и даже видим это на просторах Ютуба. Но все же, некоторые люди попадаются на эти уловки, не понимая всей опасности. Второе место. Ставки. Этот вид, якобы заработка, очень популярен на сегодняшний день, особенно у подростков. Некоторые ребята не обедают в школьных столовых и кладут свои деньги на электронные кошельки, а дальше перекидывают на злополучный сайт, где будут ставить реальные деньги на свою любимую команду, надеясь выиграть процент от своей ставки. Но со временем он все равно сорвется с ниточки и упадет, оставив свои деньги сайту. Первое место. Покупка игр. Сейчас, как никогда, развивается кибериндустрия. Поэтому дети и даже взрослые играют в ту или иную игру, хоть на компьютере, хоть на смартфоне. Некоторые игры нужно покупать, а другие, якобы бесплатные игры, постоянно ведут нас к искушению покупки внутриигрового предмета, который может помочь нам достигнуть некоего преимущества над противником, а другие просто для красоты. Всем спасибо, поставь лайк и подпишись.